Я приглашаю на эту сцену Слободенюк Владик, 5 лет, и Брагарь Настя, 10 лет, город Николаев. Раз, два, три. Ну, это классики. А как вы познакомились? На репетиции. Мы посильно вдвоем хотели взять автограф у Владимира Зеленского и Евгения Кашевого. А ну, серьезно. Плачь. Отлично. Давай, Настя, не забудь, это его секретное оружие. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сразу это к нам? Подарок. Это нам? Это нам подарок? Да. Все, как на поле чудес. Только там дают огурцы соленые, а здесь ну покажи картинки. Уже, Нина. Вот смотрите, мы вам кое-что покажем, друзья. Сейчас. Вот эта картина. Ну, если Женя получился один в один, ну, действительно, похож. Я прошу прощения, дело почему тоже... Вова подписан, а Женя нет? Вот я тоже хотел это спросить. Может быть, это даже и не Женя. Ребят, а вы профессиональные художники, да? Да. Чем занимаетесь? Ну, занимаемся актерским мастерством, я занимаюсь танцами. Владик очень любит ходить в зоопарк, очень любит животных. Очень любит? Да. И... А Владик сам-то разговаривает? Нет, он увидел большого льва и после этого не говорит. Владик, сколько тебе лет? 5. Красавчик. То есть тебе 5 лет? Да. И сам заработал себе на шляпу? Эта шляпа, собственно, может быть, и есть предмет для зарабатывания денег. Нет. Просто дядя Вова когда-то таким способом зарабатывал в переходах, да. Читал шутки прохожим. В то время, как дядя Женя в юбке танцевал рядом. Да. Надо было как-то удивлять людей. Да, было сложное время. Так что, вы занимаетесь актерским мастерством? Да. Учитесь в школе? Да. То есть находите время? Владик, ты тоже учишься в школе? Или ты еще в детском саду? Я в Доме творчества хожу. Ты учишься в Доме творчества? Супер. А домой приходишь? Ну, с бабушками. Домой водишь бабушек? Это хорошо, что мужчина в таком маленьком возрасте уже домой приходит с женщиной. С бабушками, с бабушками. Но я тебе просоветую, можно помоложе найти в твоем возрасте. Ты симпатичный парень, стильно одеваешься. Так, ребята, не путайте мне детей. А не, мы не путаем детей. Это девочка, это мальчик. Дети. Да, давайте начинать. Да, потому что я вижу, прямо они готовы уже что сказать. Вы их спрашиваете, и они теряются. Итак, дети, вы готовы? Да. Да. Попробуем? Да. Ну, поехали. Праздник в семье. Мама, мама, я 5 принес. Обалдеть! У всех уже давно 6S, а он мне 5 принес. Не 8 марта, а черти что. Два голубя летят над городом. Мама, я в туалет хочу. Мам, я в туалет хочу. Терпи. Мам, ну я очень хочу. Терпи, я сказала. Ну, я очень-очень хочу. Сейчас, вон, памятник, давай. В семье уборщицы. Мам, я помылся. Ой, какой ты молодец! Смотри, по мне пушая коровка пасет. Куда по помытому? В семье. Мама, мама, можно я поиграю с динозавром? Подожди, сейчас папа с корпоратива вернется, и ты с ним поиграешь. Сумасшедшая мимика. Успели, успели. Но, честно говоря, мы с Евгением с первой секунды хотели рассмеяться не по поводу шуток, а по поводу, конечно же, мимики молодого человека. Это не просто, это, ну, что-то отдельное. Отыгрыши сильные, играет Владик, я тебе все скажу. Части лица, все. 100%. Нос, губы, он и любит, и ненавидит, и все одновременно. Молодцы, молодцы. Молодцы, ребята, вы выиграли 1000 гривен. Владик. Настя, скажите, мы пойдем дальше? Да. Точно? Да, точно. Точно. Точно, Владик, пойдем дальше? Точно. Ну, хорошо. Сколько тебе лет, Владик? 5. Он готов. Так, ну, поехали.
мальчик с очень-очень хорошим зрением. Женщина, проверьте почки. Реклама. А у нас реклама. Раніше я ходила до школи з пакетом, і мені було дуже тяжко. Але нещодавно в мене з'явився рюкзак. Дякую тобі, мама, за рюкзак. Дівчатки подарили м'яку ігрушку. I love you. I love you. I love you. Та достало вже! Що? I love you, I love you, I love you, I love you. В сім'ї одного відомого політика 40 років назад. Купи, 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 Петя. Купи, купи. Ну зачем тебе ещё один завод Рошен? Купи! Так, Владик, посмотри на него. Чуть-чуть не хватило, правда. Немножечко не хватило, но вы замечательные и смешные, и очаровательные. Но у нас игра, у нас, несмотря на то, что мы сдаемся при виде детей, но у нас игра, у нас есть строгие правила. Не рассмеялись, к сожалению. Владик, сколько тебе лет? 5. Все нормально. Уже по-другому Владик говорит, ты заметил? Давайте поаплодируем этим прекрасным деткам. Вы огромные молодцы и очень талантливые. В следующий раз вы обязательно победите, я уверен. Спасибо. Спасибо, удачи. Спасибо. Спасибо, пока. То есть ты всегда не знаешь, как себя вести в таких ситуациях, но игра есть игра. Мы еще приедем и докажем комикам, что мы смешнее.